В странном соревновании принимали участие сразу несколько дорогих спорткаров, среди которых был замечен и Lamborghini. Все двигались с огромной скоростью по дороге общего пользования, где в любой момент могли наткнуться на другие автомобили. Благо, гонщикам повезло. Инцидент обошелся без ДТП, сообщает российская газета. Сейчас по имеющимся фото и видеоматериалам устанавливают личности нарушителей. Как выяснилось, в Сочи иномарки привезла группа молодых людей из Москвы, использовав для этого автовозы.